Пришел на одно место посмотреть рыжиков и увидел белого здесь. Вот он там. Так, сейчас заодно рыжиков глянем. Ну вот и рыжики есть тоже. Да. Рыжики тоже есть. Вот. Так, пойдем глянем белого. Так, польские тоже будем брать. Хороших польских. Ну вот он. Полячок. Такой, ох, побил его слизняк сильно. Так, вот такой польский. Так, белого. Вижу белого, надо его взять. Вот он белый, вот такой, тоже возле мха, ну, стандарт по такой погоде. Вот он белячок. Нормальный, плотный, хороший беляк. Слизень его не побил. Так, чуть-чуть. Хороший белый. Вот такой. Белячок. Посмотрим рядом. Вот он мох тоже опять. Вот во мху можно сейчас найти белых. По крайней мере, я их нахожу сейчас последние несколько дней. В основном во мху. Они хорошие во мху. А в других местах не во мху. Они уже как... Или переростки. Или совсем уже убитые. Польский. О, нормальный польский, хороший. Солнышко вышло. Это очень-очень хорошо. Вчера был дождь, позавчера тоже сильный дождь. И вот солнышко. Грибы должны быть по-любому. Ищем дальше.